И всем привет, с вами Альвинос. Извиняюсь, в прошлый раз я не дочитал комментарий, точнее, как читал, что мне писали. И, в общем, как говорится, читайте люди до конца. В общем, надо сделать пинаколаду, сесть в шезлонг и на закате, когда солнце уже садится, выпить вот этот самый пиноколаду. Так, ладно, давайте сделаем два. А то не в то время я выпью еще чего доброго, и у меня ничего не получится. Так, этот сюда, этот сюда, это сюда, это сюда. Так, тропикал коктейль у нас пиноколада есть. Так, это мы снимаем, одеваем. Пока мисс у нас, как видите, больше закат, а не рассвет. А мне надо на закате, поэтому я подумал, что мне надо бы, было бы неплохо полетать. Expansion. Для этого нам надо jetpack. Jetpack. Так, чего я успел сделать? Ничего я не успел по этой системе. Так, jetpack. Мне надо 3 батареи, не 4. 4 плюс еще 4, 8. 1 электролайн. Электротин. Ага, ясно. Электрический тин мне нужен. Так. Diamond chest plate. Так, значит, мне нужен электрин. Я его накопал, как видите. Ага, так, железо. Так, сколько мне надо? Один. Этих не надо. Так. И зарядник мне нужен. Фрейм-мотор, фрейм-линер. Чардж-бенч. Еще один нужен. Так, железо. Пока у нас вот придет закат, мы сделаем так. Раз, два. Так, делаем два вот этих штука. Так, кидаем эти сюда, плавься. Так, батарейки. Мне надо их 8 штук. Charging Bench 8-9 штук. Они у нас делаются тин и копер. Так, копер, тин. Battery 9. Раз, два, три. Так, хлеб, иди сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, батареи у нас готовы. Дальше мне нужен аккумулятор, да? Аккумулятор у нас делается где? Дерево, айрон. И вот эта вот штука. Так, айрон есть. И дерево. Три, четыре, там. Фиолетово. Так, батарейка готова. Два эмеральда. И нагрудник. Нагрудник. Так, нагрудник. И делаем леталку. Так. Интересно, я уже... Она чаруется или не чаруется, во-первых? Так, она зачаровывается. Это очень хорошо. Так, пробуем одеть и летать. Вау! Я летаю. Хорошо. Зарядить мы ее можем... Интересно, батарейки я зарядить могу или нет? Для этого, наверное, снять надо. Чпок. Сюда не положишь, не покладешь. Ладно, charging bench. Чтобы его сделать, очень надо будет много. Так, купер-койл, да. Оу, ясно. Так, для того, чтобы сделать вот эти предметы, нам надо алмазные плитки. Так, это... Иди сюда. Так, для того, чтобы это все сделать, что ж она просят. Так, этот. Так, блок. Так, как он делается, я не помню. Так, пилим на пластинке, по-моему. Так, нет. Так, во. Эти штуки делаем. Так, дальше. Что, 6? А куда еще телось 6?
Я не смогу сделать. Мне надо 3 алмаза. 3 алмаза надо. 3 алмаза. Как-то по-другому их распилить нельзя. Charging bench. Черт, вот этого я не ожидал. В общем, делаем алмазный блок diamond plate. Так, что у нас блок of iron plate? 770. Эти хоть сделал. 770. Так, эти. Интересно, их вернуть можно? Так, обратно. Раз, мне надо 2 штуки оставить. Остальные можно превратить в diamond plate, я так понимаю, да? Так, эти в эти, а в железо их уже не вернуть, да? Так, угу. Ладно, сделаем по-другому. Мы тебя еще тоньше сделаем. Так, вообще на тоненькие распилим. Так, и, по-моему, можно сделать 3 блока Iron Plates. Так, ладно, usage не получится сейчас. Ладно, как-нибудь еще раз. Ну и эти iron plate можем, допустим, использовать вот для такой штуки. Чпок, чпок, для декорации, допустим. Вот, для чего их можно использовать. О, кого-нибудь обмануть, что тут целый блок железа. Хотя это не есть так. Ну, скоро у нас там заход. Я хочу попасть в эту самую пиноколаду. Колоду. Так, что у нас тут? Это батареи. Батарейки сюда. Айрон сюда. Эти возвращаем сюда. Коркер сюда. Ну ладно, ты пойдешь сюда. Пилка Римус. Так, это мне надо. 3 сюда. Это мы оденем. Так, это сюда. Пойду потом накопаю алмазов. Сейчас у меня, наверное. Так, а он что, уже разрядился? Или нет? Как узнать? Сколько мы можем летать? Так, это вот эта растрата, да? Ну, летать можно, это уже хорошо. Угу. И под конец домой. Ля-ля-ля. Ну, неплохо. Ну, садится быстро, да? И не взлетает. Интересно, его подзаряжать аккумуляторами можно? Допустим, у нас есть батарейка. Ты от него зарядись. Нет. А если так? Не то. Так, а если батарейку? Нет. А если так, нет, ты так одеваешь. Ладно. А тебя, значит, пока есть про нужности нету. Ты, мы тебя разрядили. Как-нибудь будем использовать. Так, это мы одеваем. И я хотел сделать еще следующее. Так, обсидиан один. А, вот. Вот, вспомнил, для чего я его выливал. Так, солнце далеко. Вот, хочу сделать ферму, как он называется, ферму кактусов, простенькую. Я, твою ж налево, блин, и ботинки потерял. Ух. Все, забрали. Так, самая простенькая ферма этих самых кактусов при наличии Биллкрафт. Для этого нам надо 1 стекло. 1, я сказал, стекло, обсидиан.
Так, делаем обсидиан трубы. Вот. Берем простые обсидиан трубы. Простые трубы. Берем, ну, допустим, вот это нам подойдет. Так, надо блоки взять. Так, значит, собираем вот эту вот штуку. Так, есть. Как она у нас будет работать? Значит, дело в следующем. Ставим, ну, допустим, вот так вот блоки. Сюда мы можем поставить свечку. Вот. Так. Дальше берем сюда, сюда. Так, тут у нас стоит кактус. Да, еще на один. Тут ставим обсидиановый труба. На него ставим вот этот. Вот она, самая простенькая ферма кактусов. Я так думаю. Так, сюда ставим кактусы. Вот, когда кактус вырастает, он у нас чпок. Чё? Ай, да, в эту штуку снизу не подается. Ай-яй-яй. Так, где у нас нормальный баррел? Вот этот баррел. У нас, значит, обсидиан выпадает. Так, вроде бы так это делается. Во. Так, обсидиан должен выпасть и попасть в эту трубу. Я так думаю. Вот. Он у нас, в общем, не достает. Вот, он попал. Где видно, что он попал? Как я тут поставил так? Что я тут понаделал-то мне? Скажите. Скажите, ведь надо. А, ну вот, видно. Значит, его не так поставил. Так. А будет ли он так работать? И вопрос. Как проверить? Ага. Что-то я не так сделал. Ага, понял. Так, надо полублоки два. Есть, а мне надо три. Так, три полублока. Так, шесть полублоки сюда и вот запердолить. О, они ломаются. Хорошо. Так. Сюда полублок. Этот ломает. Сюда полублок. Этот ломает. И, ой, ты вообще-то... Сюда полублок. Да ёшкин, ты встанешь нормально или нет? Во. Полублоки я поставил. Они сейчас будут ломаться, но они не будут затягиваться. Тогда делаем по-другому. Чтобы увеличить радиус действия вот этих вот, как бы, затягивальщиков, нам надо поставить... Блин, раз закат. Я тут еще вожусь. О! Ну. Так, что-то не то я делаю. Так, фокус не был пьян. Фокус не удался, что ли? Или ему затянуть некуда? Во. Засунул. Значит, тут можно поставить блоки какие-нибудь, чтобы он их затягивал. Тут фонарик, допустим. Вот. Вот.
Видите, он их захватывает. Это хорошо. Надеюсь, будет ферма работать, но это мы сразу не увидим. Это, блин, видите, надо выйти, блин. Это все забрать надо. Все. Те, значит, туда засовываем кактусы. Таким макаром он будет забирать только кактусы. Вот. А я, наверное, пропукал время прихода этого самого заката. Вот, ну что ж, ждать я не хочу. Это все дело. Так что будем исправлять одним понятным вам способом. Так, у меня два портала, так что любой стрельнув. Так, вы уж извините, но пить надо, видите. Так, ти. Гей-моды, блин, гей-моды. Один. Так, и как это делается? Фу, не то. Так, гей-моды 0. Option, Global Inventory, Recept, Chat, Utilities, Set to Down. Во. Ага, не то. Вот. Все. Заход. Так, escape. То, что мне надо было сделать. Cheat mode, рецепт моды. Так, идем, садимся в шезлонг. Чпок. Ну, закат, да, и пьем. А, yes! Сработало. Так, и я... Чё за... Не очень понял, где я, чё я. Так. Виплевай давай. Ого. Где это тут нахожусь? Эй, ребята, я где? Чё... Что было? Пиноколада? Что-то я не понял. Ладно, одеваем маску. Может, для этого маска и нужна? Почему-то этот портал сработал под землей. И... Вот он, портал. Пишут, что надо выпить пиноколаду. Во. Ага, теперь я наконец-то у тропиках. Так. Чтобы, интересно, между этими самыми я могу тпшиться между моими мирами. Не работает. Ага, значит, это у нас портал, еще вернуться домой. И чтобы вернуться домой, что я должен сделать? Ты кто? Лягушка. Вот. Ну ладно. Пиноколада. Надеюсь, чтобы вернуться домой, я не должен что-то пить. А домой как вернуться? Опять пиноколаду пить. Ты. Игуана или кто-то там. You showed. О, что-то подобрали. Ага, ясно. Ну, чё, игуана скейл. Ага, можем сделать себе... Ты кто? То есть отсюда я сейчас не выберусь, пока я не выпью эту пиноколаду, которую мне фиг знает где достать. Получится. Так, что там меня кусает? Какие-то местные папуасы меня тут обижают. Откуда вы беретесь? Ага, вода прозрачная, что хорошо. Так, что это такое? Флок.
Фрог ЕГ. Угу. Так, что это там за чудик такой стоит? Так, мне, значит, надо найти коконуцы и все другие ингредиенты, чтобы вернуться домой. Ну, блин, зашибись. О, там что-то растет. Ты кто? Такое. И чё? Ага, кирка. Что-то подобрали. Что-то, чё, не понял. Угу. Ага, во, один ингредиент есть. То есть, чтобы вернуться домой, мне надо найти ингредиенты. И... Entity. Сдохло. О, и это сдохло. О, и это сдохло. Так, повисает чуть-чуть. Угу. Так, вот кокосы вижу. Ясно. Ладно, выбираться отсюда будем в следующую серию. А эту серию я вроде бы как закончу сегодня. Изучать будем. О, еще один. А, у тебя кирка нужна. SS Land Head Name. Что ты нам даешь? Chuck of Head Use. Dagger. Ну, что-то дает. Для чего оно надо? О. Криперы? Чё вы? О! Они добрые. Типа. Ого. Судя по карте тут. Ты. Тварина. Ай. Вау. И где окажемся? И чё? Ага. Так, а где я помер? Чё? Кто? Что? Где? Ой-ой-ой-ой-ой. А я помер, то. А чё меня так далеко телепортнуло-то? Где этот дедпоинт? Куда мне бежать? Ладно, побежал я к своему месту смерти. Так, пока я добежал, тут какая-то тварь меня пыталась... Ай, лягушка, судя по всему. Так, ну я вроде бы добегу до места смерти. Так, как меня тут разметало-то, а? И смотрите. Так, это мой, понимаешь ли, набор. Так, это мы все одеваем. Топор сюда, меч у меня в руке. Это тут, так, это тут. Где мой кирк? Так, во-первых, поесть надо. Пьянуцы всякие плавают. Так. То, что? Это же, блин, по идее, должен быть хороший мир. Так, где мой алмазный кирк? Ну, игуаны, черт с вами. Так, кирк. Так, так. Еда есть. А где моя кирка алмазный? Где мой алмазный кирка? Вы так не шутите. Где мой алмазный кирка? Вот там что-то валяет. Ага, вот, нашел. Так, одеваем маску, одеваем ласты и ныряем. Вот, кирка. Так, это даггер.
Вот, выплываем. Эй, ты, папуас, иди отсюда, мне не до тебя сейчас. Вообще-то. Так, кушаем. Так, одеваем вот эти вот штуки. Так, и идем отомстим этому козлине за мое... где он? Ага. Ух ты ж, как тут интересно. Так, интересно, ачивки Tropical. О, тут и даже что-то... Ну, в общем, тут Coral Sand Usage. Не знаю, для чего он нужен. Ну что, будем изучать этот маленький мир. Я тут вообще первый раз. Так что, есть жуй кокосы, есть бананы. Чунга-чанга. Че? О, лимоны. Иди ты. Ну, ладно. У нас тут есть ящичек. Вот, значит, все, что мне не надо, можно скинуть сюда. Так, пометить тут точку, что это, ну, где-нибудь все тут. Вот, что я, портал. Би, портал, портал, сейф. Вот, ну, я думаю, что на данный момент... На сегодня хватит. В следующей версии попробуем вернуться домой и или сделать эту палочку такую специальную. Вот. С вами был Альвинос и Тропикрафт. Надеюсь, на скорое возвращение. Вот он, зараза. Вот я не могу. Надо ему отомстить. И тогда уже уйти. Эй, ты. Чудик. Гав, гав. Вот. Ну и будем изучать это. Так, у нас есть ачивменты. Индустриал, Билкрафт, Майнкрафт. Нету. Ну ладно, будем так изучать этот мод, иногда сюда приходить. Вот. Спасибо, что смотрели. С вами был Альвинос. Наконец-то я попал в тропики. Довольно такое тепло. Вот. Ну и пока. Счастливо.